Зима пробирается все ближе к Ульяновску. Сильный циклон бушевал в областном центре несколько дней. Следом за ним пришли минусовые температуры. А гололедица на дорогах – частое явление по утрам. К уборке снега у коммунальщиков, по словам городской администрации, все готово. Зимой на улице города будет работать 300 единиц спецтехники. Это тракторы, грейдеры, самосвалы, мини-тракторы «Бобкэт» и снегопогрузчики. Закреплена техника как за МБУ «Доремстрой», так и за управляющими компаниями. У нас имеется в наличии 9 единиц техники снегоуборочной. Это трактора МТЗ и 2 бобката. Также есть шнекороторные ручные механизированные уборщики. Вот, в достаточном количестве шансовый инструмент. Этого хватает, но в часы максимального снегопада мы нанимаем дополнительную технику у индивидуальных предпринимателей. В первую очередь машины будут расчищать центральные областные автодороги и школьные маршруты. После убирать снег на дорогах с меньшей интенсивностью движения транспорта. Техника управляющих компаний займется уборкой придомовых территорий. Управляющая компания «Аметист» обслуживает 354 дома. По словам директора, информировать жителей об уборке обещают через группы в мессенджерах. Пытались раньше вешать объявления, пытались вешать специальные баннеры о том, что будет производиться уборка снега, просим убрать машины. Вот, все это мало работает, плохо работает. Самый лучший вариант – это наши добрые соцсети. Следят за уборкой через систему ГЛОНАСС, которая установлена на каждой машине. С рабочего места диспетчер видит все передвижения. Таким образом, следят за качеством предоставленных услуг, а также решают возникающие спорные моменты с жителями по уборке. На мониторе в реальном времени, во сколько техника выезжала, маршрут движения, сколько в каждом жилом дворе, соответственно, техника убиралась, как убиралась, время приезда, время убытия. Это можно выводить информацию, соответственно, на компьютере. То же самое онлайн. К зиме ульяновские дорожники заготовили 25 тысяч тонн пескосоляной смеси и 266 тонн твердого реагента. Для обработки центра Ульяновска закупят 3 тысячи тонн твердого реагента. Анна Тищенко, Олправда ТВ.